Как и на «Леопард 2А6», на танк «Тип-10» может быть установлена 120-мм гладкоствольная пушка L-55 или ее аналог, произведенный в Японии, с длиной ствола в 55 калибров. Благодаря увеличенной длине ствола пушка L-55 отличается более высокими бронепробиваемостью и дальностью эффективной стрельбы. Между тем, более длинное орудие сложнее стабилизировать, что осложняет прицельную стрельбу из него во время движения. Применение нового автомата заряжания позволяет обеспечить высокую скорострельность.